знаешь, что три заболевания хронический простатит, однокачественная гиперплазия предстательной железы и рак предстательной железы в течение жизни преследует нас, мужчин, и, соответственно, создает для нас определенные неприятности. Но хронический простатит, в отличие от рака и доброкачественной гиперплазии предстательной железы, может встречаться в любом возрасте, в том числе даже мужчин молодого возраста. Если обратить внимание на те проблемы, которые встречаются на фоне хронического простатита, не следует игнорировать такие проблемы, которые возникают на фоне хронического простатита, как сексуальная дисфункция и репродуктивные нарушения.